Здравствуйте, граждане Нижнего Новгорода. Правоохранительные органы, обратите внимание на сообщение мое. Я Голованков Юрий Васильевич, улица Шорина, дом 20, квартира 19, Советского района, город Нижнего Новгорода. Доме 20, улица Шорина, торгует наркотическими средствами, героином, марихуаном у Григория Веры. Организовал продажу наркотиков Потапов Иван, наркополицейский, сплошь свободы, дом 1. И никто меры не принимает, ни Следственный комитет, ни Генеральная прокуратура, все обошло в Нижнем Новгороде, ни комитеты против пыток, и Бастрыкин Александр Иванович, Путину передали сообщение, президенту, и все везде, на всю всей Москве, и Жириновскому Владимиру Владимировичу, да всем, всему правительству видеоролики отдали, скинули. Примите, пожалуйста, меры, Шорин дом 20 торгует наркотическими средствами, на все услышано, на всю страну торгуют. Наркоконтроль торгует, Потапов Иван, сквозь свободы, дом 1. Спасибо за внимание.